Взяли ситуацию в свои руки. Несколько десятков перекрестков Казани теперь регулируются по-новому. На многих ручное управление. Светофоры изменили работу по указке казанцев. Появились дополнительные секции, сократилось время ожидания зеленого сигнала. Все это предложение горожан, что поступили в проект мэрии «Нет пробкам». Напомню, он работает с октября прошлого года. Многие идеи уже реализованы. Кстати, имена тех, кто участвовал в обсуждении дорожных проблем, сейчас в единой базе. Рабочая группа планирует и впредь советоваться с ними по улучшению движения. Поступило предложение через Кабан, через Казанку дополнительные мосты построить. Соответственно, это очень большие затраты. У города таких средств нет. Некоторые предложения на самом деле дельные, и они запланированы даже на период до 2020 года. Построить какую-то дорогу, например, соединить Глушко с улицей Ноксинский спуск. Единственное, что точно не изменится, автобусные полосы не отменят. Возможно, их выделят для проезда экстренных служб и транспорта универсиады. Сейчас эти вопросы рассматриваются.